Allora. Per te. Ragazzi mitici, controlliamo un po' se va tutto bene. Ok, Marco Dram, sei in live. Controlliamo Sentiamo un po' se va l'audio. Ok. se va tutto bene. Ok, Marco Dram, sei in live. Sentiamo un po' se va l'audio. Ok. Ok ragazzi, andiamo avanti. Oh, così vedo i commenti. Vedo i vostri commenti a monitor. Quindi posso. Perché? E allora, la PlayStation fa questa cosa di mettere i commenti, di mettere tutte le robe a monitor, è una figata assurda. L'Xbox no. E devo tenere acceso il cellulare. Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Да, ребята, видите, грандиссимо. Роба фигиссима. Чернобыль лайт, ребята. Marco Drums Games. Ma una lampadina non c'è qua? Una torcia? Qualcosa? Allora, vediamo un attimo se c'è una lampadina, non c'è. Chimiche. Questa roba, parti elettriche. Ma io vi ricordo che qua siamo a Chernobyl, eh? Qua c'è qualcosa. Me lo sentivo che c'era qualcosa, eh? Meccaniche addirittura. Ok. Io sto aspettando il famigerato boss che c'è per mettere tutti i giochi a 60 frame. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпусти!
отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Porca. E qui c'è stato il disastro per le valvole. Delle belle valvoline. Ma che disastro, ragazzi, che è successo? Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева, твой. А я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Senza farci vedere, perfetto. Tac. Adesso gli prendo la pistols. Non c'aveva la pistola sto qua. Рага, siamo nel panello di controllo. Давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Non premere il pulsante, ma dire la verità. Non premere il pulsante e inventati una scusa. Premi il pulsante. Не обращай внимания. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегу. О, как. Кацарола. Бред! Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Solo un incendio invece ha fatto esplodere tutto. Tutta una struttura in cemento armato qua poi, eh. La la. Wow. Давайте побыстрее с этим покончим. Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да?
Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда-куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Господи, Боже, на помощь! Ты? Что ты здесь делаешь? Quello chi era? Uno come lui? Wow. Оливер! Sì, praticamente... Куда ты делся, Оливер? Слушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющие две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Andiamo. Cioè, già è corto. Se puoi stare a chiacchierare, anche a dire un sacco di stronzate. Oh, mio Dio. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. Бля. Non è niente male, ragazzi, eh? Ok. Oh, giorno 1 di Chernobyl. Bella lì. Un secondo, raga, che condividiamo la live perché sto vedendo che non entra tanta gente.
Ok. Adesso dove andiamo? Сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Да, ты. А, questo qua è arrivata. Orca. 27. Oh, la torta. Qualcuno che è scappato. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Ищи небольшой пузырек. В составе должны быть йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Ok, bisogna prendere un po' di potassio, berla, usa. Troppo contaminato. Le erbe. Ok, funghi. Ok. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре. Una pomata. Meccaniche. Allora. Mappa, abilità, compagni, ricette e produzione. Ok, pomata. No, non ne ho abbastanza, credo, eh? L'abilità. Riflessi, disciplina, motivazione, capacità. Organizzazione. Motivazione. Fine. All right, so. Ah, un falò. Mm.
acqua, tutto contaminato qua, raga. Eccolo il falò. Magari lo raccolgo. Quanta bella robina. Quanta bella robina. Allora, falò ce l'ho. Aspetta che vado a recuperare, perché poi non lo so quando si potrà recuperare altra roba. Batteria elettronica, batteria meccanica, un funghetto e il falò è qua. Ok. Era qua, allora, ricetta. Ho fatto un farmaco. Io ho fatto una pomata. Aspettate che devo spostare un attimo la mia faccia. Produzione, unguento, antiradiazioni, pomata curativa, ok, quella verde. Oh, mi sento già meglio. Руки вверх, так чтобы я видел. Пароль. Да погоди ты, не могу думать, когда в меня целятся. Игорь, черт, ностальгия, пароль, ностальгия, ты же сам его придумал. Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотрись здесь, может этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Куда это? Ok. Eccolo. Я смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает. Да, Антон все починил перед тем, как мы ушли. Может пригодиться. Мне так жаль, Оливер. Правда. Но нам нужно сосредоточиться.
Quindi non la usiamo adesso, ma la useremo dopo, sicuramente. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или то, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Ладно, так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Ну, тогда ты готов. Си-си, я в тебя верю, Игорь. Какой отсюда вид? Вся зона отчуждения как на ладони. Сможем планировать все заранее. Просто дай знать, как будешь готов, босс, и мы начнем. Фортиссимо. Выключаем коммуникационную эмиссию. И правда, отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Окей. Fa proprio così, fa. La sua donna. Ok. Arrivando. Perfetto, raga. Allora, adesso andiamo a fare la prima missione reale, credo, perché fino adesso non avevamo fatto ancora nulla. Okay.
Andiamo. Внимание, внимание. Неблагоприятная радиационная обстановка. Сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе неблагоприятная радиационная обстановка. На Чернобыльской атомной электростанции в городе. Arrivo subito. Arrivo raga. Thank you.
Ok, stavo parlando con mia moglie, scusate. E ricominciamo tutto l'ambaradan. Copertina. Oh. Ecco qua, ragazzi. Oh. La mia bella copertina. Ok, allora ah, ce n'è di roba.